Москве сейчас зима и очень холодно. А мы направляемся в солнечную Доминикану. Ну, мы наконец долетели до Пунта-Каны. Были в пути 12 часов. Приземлились. Это чудесное здание. Есть сам аэропорт. С какой-то очень интересной крышей. Полное ощущение, что ты где-то в деревне. Глядя на этот аэропорт, сразу понимаешь, что ты прилетел в тропики. И впереди только море, солнце и масса впечатлений. Аэропорт Пунта-Каны. Вот так выглядит лента для получения багажа. Вот такими, по такой крыше из пальмовых листиков. Очень мило и по-карибски. Жить мы будем в отеле «Occidental Carib». Раньше он назывался «Барсело Пунта Кана». Это четырехзвездочный отель, и работает он по системе «Все включено». В нескольких метрах от пляжа находятся три красивых бассейна, один из которых для деток. Вся территория небольшая, но очень уютная. Здесь каждый найдет то, что ему по душе. Время здесь как будто замирает. Все наслаждаются жизнью, и никто никуда не торопится. А куда торопиться в раю? Наш отель состоит из одного длинного здания и вмещает в себя 798 прекрасных светлых номеров. Это тропический рай, который идеально подойдет для семейного и романтического отдыха. Здесь можно неспешно попивать коктейли в баре шикарного бассейна лагуны, со всех сторон окруженного красивыми пальмами, всего в нескольких метрах от пляжа. Или расслабляться в джакузи с отличным видом на море и наконец-то почувствовать, я Пунта-Кана. Пунта-Кана – это популярный курорт, который находится в восточной части Доминиканской Республики. Именно здесь находятся самые известные и красивые пляжи острова. 40 километров нежнейшего белого песка, бирюзовое море, высокие кокосовые пальмы и богатая тропическая растительность ежегодно привлекают сюда тысячи туристов со всего мира. Мы находимся в Пунта-Кане, в отеле «Occidental Carib». Я иду загорать на наш пляж. Наш отель расположен на великолепном пляже «Арена Гордо», который считается одним из лучших в Доминиканской Республике. Здесь очень широкая береговая линия, песочек белый, как мука, и очень красивого цвета море. Кстати, у нашего отеля самый чистый и красивый пляж в округе. Мы проверяли. Это место, где нет никаких забот. Ты просто купаешься, загораешь и радуешься солнышку. Это Саша. Лежит теленчиком на пляже. Ну как тебе Доминикана? Сашке нравится. Многие, попадая в Пунта-Кана, думают, что они приехали на Карибское море, но это не так. Хотя Доминикана и находится в Карибском бассейне, все побережье Пунта-Кана омывается Атлантикой, и поэтому здесь всегда волны. Но туристам это даже нравится. Они всегда находят чем заняться. И помимо пляжных игр, снорлинга, прогулок по берегу и отличных фотографий, они целыми днями прыгают и резвятся на волнах. Здесь каждый становится немножко ребенком. Это то место, где можно отбросить все проблемы и просто быть счастливым. Вот и Сашка туда же. Посмотрите, радуется, как маленький. Прямо напротив нашего пляжа находится риф, и поэтому волны не приносят сюда столько водорослей и мусора, сколько мы наблюдали у соседних пятерок. А тем, кто все же хочет отдыхать на Карибском море, нужно ехать южнее, на побережье Ля-Романа и Бока-Чика.
В общем, вы уже, наверное, поняли. Доминикана – это мир ничего не делания и наслаждения. А что еще людям надо для счастья? Хотите вкусно поесть? Пожалуйста. Для этого здесь созданы все условия. Например, если вы устали от двух ресторанов по системе «Шведский стол», всегда можно прийти в пиццерию, попробовать вкусную пиццу и полюбоваться отличным видом. Здесь так приятно выпить кофе в одном из баров. Или не кофе, вечером с друзьями. Открыть для себя что-то новое и необычное. Например, познакомиться вот с таким вот местным Васькой. Или устроить романтический ужин в одном из 7 ресторанов а-ля карт. И завершить свой вечер просмотром красочного вечернего шоу. В общем, скучать вам здесь точно будет некогда. Подробнее об отеле и ценах читайте в нашем блоге. А также подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и рассказывать о нас друзьям. Пока!